Ей надо было смену за сестру отработать. Болеет. Пойдет. Тихо, тихо. Спит. Спи, спи, мой хороший. Ничего, я скоро вернусь. Хорошо, что ночная смена-то всего 3 часа только длится. А, украли! Держите его, мальчишку! Глеб украл! Что же я скажу? Может, не говорить? Да, наверное, не буду. Нет, все-таки надо рассказать, же он отец. Скажу, что... Скажу, может, в госпитале. Может... Я не знаю, что делать. Прости, дорогой. Надо брать себя в руки. Мама! Мама пришла! Ура! Мам, где папа? Папа, где? Где папа? Мама! Альберт Лиханов. Уроки жизни наших предков.